Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 6 августа 2018 года. Мы сегодня поднимаем такую тематику, работает ли вермикомпост или биогумус на второй год после того, как вы его использовали. То есть мы находимся на отсыпном песчаном участке. То есть опускаюсь, показываю вам еще раз, все, кто не смотрели раньше. Мы находимся на песчаном участке. И вот смотрите. Вот я стою на условной границе. Вот до этих пор мы в прошлом году садили картофель и добавляли под корень агроволокно, то есть вермикомпост. Да? Вы это все видели. Все, кто хочет убедиться, сейчас у нас август 2018 года. Вот мы снимали ролик 7 сентября 2017. Сейчас 2018 год, да, у нас август. Это вот ровно год назад. Ролик называется «Эко-19. Поговорим о картофельной ботве». И вы увидите, обернись назад, увидите столб, на котором электричество на наш участок приходит. И вот здесь прямо как черта. Вот покажи вдоль этой черты. Вот был ряд. Вот был крайний ряд. Видите? Вот до этих, вот до забора мы еще ни разу ничего не садили. Опусти на землю. Вы видите эти чахленькие растения? Вы видите эти чахленькие растения? А эту пустыню вы видите? А теперь посмотри сюда. Отойди сюда, посмотри. Посмотри на это разнотравие. Вы посмотрите на этот цвет. Цвет этой травы. Дело в том, что многие говорят о качестве биогумуса. Говорят о его использовании, о том, что он используется. Там несколько раз он остается и питает растения. Все знают, что все, кто садят на песке, как и здесь вот у нас на этой территории кооператива, как и друзья у меня в Грузии живут, они говорят точно так же, что песок все съедает, что каждый год мы вносим навоз, каждый год мы вносим там торф, и каждый год нужно его вносить. А здесь мы наглядно видим, смотрите, еще раз акцентирую, посмотри сюда, на эту темную зеленую траву, цветущую. Вы видите, сколько ромашек? Посмотрите, сколько ромашек. Ромашки. Посмотрите, какие обильные, обильно красивые. И много бутонов. Ромашки растут только на... В основном преобладает их рост на нейтральных грунтах. А теперь вы здесь видите хоть одну ромашку? То есть, почему хорошо и наглядно мы вам показываем? Ну, мало у кого есть такая возможность, потому что вы же садите что-то, удобряете, допустим, вермикомпостом. Ну, вы и в следующем году на этом участке посадите. А у нас получилось так, что в прошлом году мы вот четко до этой границы, еще раз повторюсь, в этом ролике четко видно, где мы закончили. Мы садили 36 рядов в прошлом году. В этом году мы посадили там 6 рядов для того, чтобы вам показывать. Потом наши друзья посадили, а до этих пор ничего не садили. Давай еще разочек назад отойди. Вот она, прям вот видно черта этого ряда. Он был один ряд за столбом. Вот черта его видна. Вот смотри, вот и вдаль еще раз посмотри. Но четко вообще, вы видите? Вот это черта жизни и смерти. Ну, если грубо. Так, ну, в общих чертах я предлагаю, тема ролика уже закончена. То есть, реально он остается. Реально, как мы всегда говорим, когда органику проглатывает червяк, он обволачивает и получается некий комочек. Да? Ну, маленький, соответственно. И червь обволакивает своей слизью, и он не вымывается талыми снегами, дождями. И на следующий год благодарит наши растения. И, то есть и пески оживают, буквально пески оживают. Один из подписчиков нашего канала спросил, интересуется ли в нашем кооперативе нашей деятельностью. Ну, имеется в виду производством вермикомпоста. Конечно, интересуются. Многие смотрят наши видеоролики. И также приходят и, приобретая биогумус, чаще всего они не способны купить его сразу много. Я их всем говорю бросать локально, но есть люди, которые могут себе это позволить. Они просто берут 2-3 сантиметра биогумуса, выравнивают песок, и 2-3 сантиметра, и мотоблоком это все дело заделывают. Ну, у нас есть тут товарищи, которые нанимаются на мотоблоках. То есть вообще результат всем нравится. И самое главное, что мне нравится, когда вот есть такие кооперативы песчаные, когда, ну, быстро молва расходится.
То есть навоз покупаешь, покупаешь эти перегнои там где-то за фермами набранные, промытые в 150 раз дождями, снегами. И только одних вредителей из сорняков себе привозишь. А на биогумусе вообще все так хорошо растет. По сути, тему мы закончили, биогумус работает хорошо. У кого есть еще желание посмотреть на разнотравие, давайте еще разочек посмотрим на пустыню. А теперь мы пройдемся по участку и посмотрим, ну, на действительно красивые растения. Пусть они даже условно сорные, насколько они красивые. Все, кто уже удовлетворился информацией ролика, можете выключать, а мы пойдем смотреть. Мне очень нравится наблюдать за разными растениями. Вот смотрите, даже какое здесь разнообразие растений. То есть я большинство из них названий даже не знаю, но просто нравится, что темно-зеленый лист. В прошлом году были все полумертвые. Вы посмотрите, какое количество бутонов у растений, то есть какое количество семян. То есть растение, оно реально чувствует, что питания ему хватает. Знаете, какие огромные розетки. То есть ромашки с какими крупнючими бутонами. Смотрите, смотрите, сколько цветов, как он красиво благоухает. Буквально у каждого растения насколько много цветов. Вот и стоишь в таком неком оазисе темно-темно-зеленых растений. А ну теперь еще раз на пустыню подними. Мне вообще нравится. Прямо темно-зеленые, прям хочется даже не наступать на них. Даже какие-то условные, как колючие растения. А сколько, смотрите, прям, это же, это что, один куст? Нет, тут два куста. Но, ну так, как кучненько, да? И вот даже дальше, за границей. И вот даже пирей, а весь такой, или пырей, как он правильно, а он весь такой бледненький. Вы знаете, на эти растения, вот знаете, вот лист сразу. Бледненький, весь в пятнышках. Есть какие-нибудь схожие растения? Мы бы сейчас сравнили. Ну, нет ничего схожего. Есть вот такие. Ну что, будем заканчивать. Еще раз опусти сюда. Такие темно-зеленые. И проведи туда. Желтые, а там вообще ничего нет. До новых встреч. Носите побольше хорошей органики. Чем больше вы внесете вермикомпоста, чем больше будет положительных элементов, чем больше будет позитивной биофлоры, у вас будет и саморегуляция кислотности будет, меньше будет скакать вот этот pH в вашем грунте, у вас будут гармонично расти растения. И даже если у вас голый песчаный участок, вы сами видите, насколько темно-зеленые растения, 2-3 года внесения вермикомпоста, и ваш участок буквально оживил. О, надо соседу достучаться еще. Видели, он у соседа там вообще еще голая пустыня. А то у него прямо вот за домом вихревые потоки ветров. И прям яму выдуло. Выдуло прямо яму песка. Просто надо его быстрее ловить и кричать ему, что надо срочно набрать кучу биогумуса. Чтобы показать ему, как растет. Все, с вами был Андрей Ткаченко, оператор Александр Ткаченко. Здоровья, счастья, наша судьба. До свидания.